Мен кайда барам сот? Суда департамент исполнения судебных актов исполнения компенсации. А мы не получили компенсацию. Бүгүн бермей туруп прокуратурага жүгүрдүк. Девчата, время уходит, да? Сейчас время. Бүгүн Казахстанга келип мен деген ответственностьту көрүп атырмын. Көргөн. Не было это сделано, а специально, по нужды. Это постановление 2007 изыскательских работ, и там было указано. Государство умрет при безответственности его государственных мужей и при безответственности, то есть без различий его подданных. Вот у нас сейчас так и идет. Это государство, я думаю, долго не продержится таким образом. Я ничего не говорю, но это факт. Представьте себе, одни постановления, которые издают о том, что изъять земельный участок, это есть факт совершенства беспредела государственными органами. Это криминальный коррупционный интерес государственных чиновников. Скажите, зачем отправлять не было на счет? Денег не было. Они нам говорят, что мы перечислили. Ең болмаса азғантай болса да осы құқыңды өзің қорғамасаң сені ешкім қорғамайды деді. Зардап шегушінің берген өзінің сөзіндегі де екі